Так, мы попали в замок. Так давайте, может, начнем именно с замка самого. Ну, вовнутрь зайти, в эти комнаты. Оранжерея здесь. Ребята, идите сюда. Здесь еще есть какой-то вход, часы, пальмы. Да, конечно, здесь уже чувствуется средиземноморский климат. Здесь везде какие-то такие бассейны. Мы попадаем в такой дворик. Зихта-дрихта. И оттуда тоже есть выход. Ну ладно, давай уже пройдем сюда. Не, ну здесь тоже очень красиво. Тут, знаешь, как бы необычно так попадаешь. Такое вот пространство. Ну, краска. Ну, при Габсбургах, скорее всего, что была настоящая. Ой, как тут хорошо. Я представь, что ты император, и ты выходишь с утреца. А, вот, вот эти ковер, цветочный ковер. Для того, чтобы его оценить, конечно, надо смотреть откуда-то сверху. Кстати, я так понимаю, что там можно подниматься туда. Это не любили очень фонтаны. Ну, заметь, в Европе нет, не принято швырять монеты в фонтан. Это какой-то азиатский обычай. Я не знаю, откуда он. Ну, я никогда не видел в Европе монет в фонтанах. Причем в таких красивезных местах. У нас закидывают монетами вообще такие дикие вообще какие-то фонтаны вообще непонятные, некрасивые, любые. Здесь в красивейших фонтанах. Вон те ворота, аж вдалеке. Ну, это... тоже какие-то античные, типа Нептуны. Ой, как хочется сейчас прям туда. Рыба, рыбья пасть, из которой течет фонтан. Как красиво. Прикольно, что людей практически нет вообще. Целый замок для тебя. То есть, ну, буквально там 1-2 человека ходят, не больше. Да, да. Интересно. Она же как там ходит. С такой лапой, смотри, это же львиная лапа у нее. Не, вот это тут лучше на солнце. Это вообще что-то даже, знаешь, в каком-то индийском стиле. Вот согласись, что-то похоже на Индию.
кто-то верхом на этом сфинксе. Лев с женским лицом, грудью. Мама звонит. Мы в самом замке, но мы под саду гуляем. Ну пошли в замок. Пошли подымемся в замок. Нет, а в замке тоже, наверное, классно. Здесь сделан такой театр теней. Ну и твоя тень тоже. Все, к тебе идет бабушка какая-то. Платочек уронила. Ах. Одно здесь хорошо, что здесь очень прохладно. Ну почему типа? Почему типа? Они здесь молились. Очень красиво.
громадная просто площадь. Целый бассейн. Площадочка для осмотра лабиринта сверху. Куда мы попали, не совсем легальным. Нет, легальным. Просто смотри. Кстати, непонятно действительно. Нет, вы можете как-то еще из лабиринта выйти. Не, ну дверь же была открыта, то есть она как-то открывается. А, я понял, в чем прикол. Ты где-то в одно место заходишь, и ты должен сам найти этот. Не, видишь, вот идет проход. Вот эти вот все затычки, когда ты уже выходишь. И вон там вход. Вон там вход. И вот ты должен как-то найти и вот тут вот выйти. Ну, мы, конечно, сократили. Мы, как Александр Македонский, разрубили Гордиев узел. Знаешь же эту всю историю? Как был там какой-то город. Пытались развязать. Ну да, и у них было пророчество, что тот, кто развяжет этот узел, тот будет ими править. Александр Македонский посмотрел. Так давай выйдем уже лабиринтом. Взял и разрубил его мечом. А смысл был для нашего сюда проникновения?